Только один из 8 видов пеликанов, американский бурый, обитающий на морском побережье Атлантического и Тихого океанов, ловит рыбу, ныряя в воду с воздуха. Бурые охотятся на рыбу, каждый сам по себе, но ныряют все вместе, в большой толпе. Такая зрелищная рыбная ловля, стремительные пикирования множества крупных птиц и воды, настоящая воздушная карусель становится желанным представлением для рыбаков и отдыхающих.